بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد далее автор رحمه الله تعالى говорит وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, такие как ислам, иман, ихсан, и к ним относятся мольба, страх, надежда, упование, устремление, ар-рахба, трепет, ар-рахба, смирение, аль-хушуа, остережение, аль-хашья, обращение, аль-инаба, просьба о помощи, аль-истиана, прибегание к защите, аль-истиаза, просьба о спасении, аль-истигаса, жертвоприношения, обет и прочие виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, все они должны посвящаться только Аллаху. Доказательством этому является высказывание Всевышнего. Все мечети, все места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом. Каждый, кто обращает что-либо из упомянутых видов поклонения кому-то помимо Аллаха, является мушриком и кафиром. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Тот, кто молится наряду с Аллахом иному Богу, по поводу которого у него нет никакого довода, то расчет с ним у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют. Итак, автор здесь продолжает рассматривать, доказывать, подтверждать тот самый таухид, с которым пришел пророк, алейхиссалату вассалам, и приходили все пророки и посланники, мир им. Все приходили и говорили: о, люди, поклоняйтесь. И автор здесь еще раз подтверждает, что вообще вся проблема между пророками и их народами, тяжба между пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям и его народом, теми неверующими, которым он был отправлен, вся проблема и тяжба, они касались чего? Касались именно этого таухида. Именно этого таухида. «Ля а'буду ма та'будун». «Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». Я Йоханна Сурбуду Раббакум. О, люди, поклоняйтесь вашему Господу. Ва'абуду Аллаха ва ля тушрику бихи шайя. Поклоняйтесь Аллаху одному, не предавайте ему ничего сотоварищей. То есть тяжба и проблема заключалась в этом. В таухид аль-улухия. И автор хочет разъяснить здесь еще более подробно для нас, чтобы у нас не осталось никаких сомнений, что поклонение ибада – это исключительное право Аллаха Субхана ва Тааля. И неправильно, недопустимо, преступно посвящать что-либо из поклонения кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. И он начинает здесь приводить разные примеры поклонения. То есть примеры различных видов поклонения. Что он говорит? Виды поклонения, которые приказал совершать Аллах. Такие как ислам, иман, ихсан. То есть называют уровни религии, уровни поклонения. Ислам, вхождение человека в ислам, выполнение внешних предписаний ислама с минимумом веры. Потом более высокий уровень иман, когда у человека очень сильное убеждение в его сердце, которое проявляется, естественно, в деяниях покорности. Потом ихсан, поклонение Аллаху так, как будто ты видишь его. Если ты не видишь его, то он видит тебя. Помнишь о том, что он видит тебя. Все виды поклонения, входящие в ислам, иман, ихсан, все они должны посвящаться только Аллаху. И он говорит, такие как, или к ним относятся. Потом перечисляет некоторые виды чего? Поклонения. Посмотрите, его слова «мингу» к ним относится. Это на что указывает автор? На то, что он не претендует на то, что он здесь вот упомянул все виды поклонения.
Он как бы нам говорит, это некоторые примеры, на самом деле их много, но некоторые примеры я привожу вам, чтобы мы не подумали, что ограничивается тем, что привел здесь автор, виды поклонения. Ибада, внимательно, аль-ибада. Что такое аль-ибада? Аль-ибада, есть два понятия, внимательно, это основы. Если вы поймете их сейчас, потом все остальное будет легче, иншаллаху та'аля, потому что оно будет укладываться на этот фундамент. Аль-ибада, когда мы говорим аль-ибада, когда Аллах Субхану Та'аля говорит «Убуду Раббакум», «Вама халактул джинна вали инса илли ябуду». Ибада вообще широкое понятие. Ибада, внимательно, это тазаллю лиллахи та'аля, это самоуничижение человека перед Аллахом, самоуничижение. Раболепие, самоуничижение, раболепное самоуничижение человека перед Аллахом, путем чего? Выполнение того, что он приказал, и оставление того, что он запретил, с предельной любовью и предельным возвеличиванием. Вот это ибада, которая от нас требуется. Это общее понятие того, что такое ибада. Служение Аллаху Субхану Тааля. Это служение. Что это такое? Тазаллю лилля. То есть это смиренное, раболепное, самоуничижительное служение Аллаху путем выполнения его приказов, оставления его запретов с предельной любовью, любовь обязательная составляющая ибада, и с предельным возвеличиванием. И то, и другое необходимо. Это общее определение того, что такое ибада. Теперь это ибада общая, но оно же теперь имеет конкретные проявления, правильно? Какие-то виды деяний, в которых оно проявляется. Поэтому слово ибада второе значение имеет, а именно конкретные какие-то виды деяний. Какие-то конкретные виды деяний, которые являются что? Проявлением вот этого служения. Поэтому второе определение ибада уже, если то было общее определение, то это частное определение. Означает, ибада означает, как сказал шейх Ибн Таймия, это определение Ибн Таймия. Ибн Таймия, рахмаху та'аля. Исмун джами'ун. Ибада – это общее название для всего, что любит Аллах и чем Он доволен, из слов и действий, явных и скрытых. Понятно? Что-то. Какое-то слово или какое-то действие. Ибада или не ибада. Вспоминаем определение Ибн Таймии. Что такое? Исму джами. Ликулли ма юхиббуху Аллаху ва йарда. Общее название. Для всего, что любит Аллах и чем он доволен. Из слов и действий. Явных и скрытых. Хорошо? Из этого определения Ибн Таймии вытекает, что Аллах Субхану ва Тааля есть такой атрибут, как любовь, и такой атрибут, как довольство. Аллах Субхану ва Тааля любит и бывает любим. И мы просим Аллах Субхану ва Тааля его любви и просим, чтобы он дал нам любовь к нему, как пророк Саусалям учил в дуа. Хорошо, он учил Аллаху меня салюка хуббак. О Аллах, я прошу у тебя твоей любви. Или иначе можно разъяснить, дать шарт такой, что я прошу любви к тебе. И так правильно. То есть в этой фразе любовь к Аллаху и любовь Аллаха просишь. Хорошо? Так у Аллаха есть атрибут любовь, есть атрибут довольства. И то, что вытекает из любви и довольства. Ар-Расуна ва-Джама подтверждает этот атрибут любовь и атрибут довольства. Заблудшие группы отрицают наличие у Аллаха атрибута любви. Хорошо? Атрибута довольства. Мы говорим, есть атрибут любовь, Аллах любит. Сообразно его величию, это его атрибут. И Аллах бывает доволен. И верим как в сами атрибуты, так и то, что из них вытекает. А что вытекает из любви Аллаха кому-то или довольства Аллаха кем-то? Что вытекает? Саваб. То есть награда. Они, заблудшие группы, отрицают атрибут любовь и трактуют его как награда. Любовь Аллаха – это награда, говорят они. Мы говорим нет. Любовь – это любовь. А награда – это то, что уже вытекает. Да, это уже результат любви Аллаха Субхану Тааля к кому-то. Итак, Шейх Ибн Таймия говорит, все, что любит Аллах, чем он доволен, из слов и деяний. Отсюда мы видим, что поклонение бывает в виде действия, бывает в виде слов. Верно? В виде действий бывает и в виде слов. В виде слов поклонения человек говорит «Астагфируллах».
Это ибада. Сказать астагфируллах, ибада. Ибада. Аллах любит это, Аллах доволен этим. Хорошо? Сказать ля иляха илляллах. Ибада. Ибада. Еще. Аллахумма салли аля Мухаммаду аля али Мухаммад. Просить благословения для Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ибада. Ибада. То есть это ибада как, в виде чего? В виде слов. В виде действий. Ибадаты. Какие? Хадж. Да. Еще. Ну, где-то же это приношение тоже, да, же это приношение еще. Пост. Суям. Да, это в виде действий. Намаз. Намаз это поклонение в виде слов или в виде действий. Это тот вид поклонения, который включает в себя и то, и другое. Есть поклонение, которое включает в себя и слова, и действия. Намаз включает в себя и слова, и действия. Дальше Шейх Ибн Таймия говорит, явные и скрытые. Явные. Явные – это то, что называется словом «ислам». В хадисе Джибриль, алейхиссалам, когда он пришел и спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ислам, что такое ислам?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал ему? Как определил ислам? Сказал, что это шахада, то есть свидетельствовать. Да? Свидетельствуешь, что явно свидетельствуешь, правильно, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, Мухаммад, посланник Аллах. Потом он сказал намаз, тоже явный, да, внешний вид действия. Потом что? Закят, потом что? Пост, суям, потом что? Хадж. Так, в виде явных слов и действий, то, что определено в хадисе Джибриля как ислам, хорошо, то есть внешние действия человека религиозные, и скрытые, то, что именуется в хадисе Джибриля как иман, вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в Писание и так далее, и всякие деяния сердца скрытые. Деяния сердца такие, как любовь к Аллаху, страх перед Аллахом, остережение, боязнь, таваккуль, упование на Аллах, субхана ва тааля, надежда и прочие деяния сердца. Итак, что сказал автор? Обратите внимание еще раз на его слова. Он сказал, все виды поклонения, которые приказывает Аллах, такие как ислам, иман, ихсан, среди них потом перечислил виды поклонения, да, несколько видов поклонения перечислил. Все они должны посвящаться Аллаху Субхану ва Та'аля. А потом говорит, что доказательство. Всегда доказательство у автора. Это его особенность. Какое доказательство? Что говорит он? Доказательство этого слова Всевышнего Аллаха из суры Аль-Джин. Все мечети, места поклонения принадлежат Аллаху. Так не поклоняйтесь же или не взывайте никому наряду с Аллахом. Фаля тадру ма Аллахи ахада. Не взывайте никому наряду с Аллахом, то есть не делайте дуа никому наряду с Аллахом. Внимательно, слово дуа имеет более широкое понятие. Не только взывать, обращаться с мольбой, а вообще поклоняться. Поэтому мы можем перевести этот аят как не поклоняйтесь никому наряду с Аллахом. Этот довод уже был приведен автором где-то? Да, где был приведен он? В трех вопросах. А именно в каком вопросе? Во втором вопросе, где шла речь о чем? О Тавхиде Улухия. Помните три вопроса? Первый был вопрос Тавхида Рубубия аля смова суфат. Второй был Тавхида Улухия. Третий был отречение от ширка и людей ширка. Вспомнили три вопроса, когда мы проходили с вами? Это вторая часть этой книги. Там же приводился этот довод. Внимательно. Ванналь масаджида лилля. Поистине места поклонения принадлежат Аллаху фаля тадру. Так не взывайте или не поклоняйтесь наряду с Аллахом. Ахада никому. Мы говорили с вами, слово, если стоит в неопределенном состоянии, накера, то есть без аль, в контексте чего? Здесь контекст чего? Ля тадру. Запрета дает значение умум, значение всеохватности. То есть, ни пророкам, ни праведникам, ни джиннам, ни угодникам, никому. Это исключительное право Аллах Субхана ва Та'аля. И дальше что говорит автор? Посмотрите, приведя довод на то, что все виды поклонения Аллаху Субхана ва Та'аля только должны посвящаться, он говорит, каждый, кто, внимательно, каждый, кто посвящает что-либо или обращает что-либо из упомянутых видов поклонения, кому-то помимо Аллаха является мушриком и кафиром, многобожником и неверующим. И потом приводит доказательства. Каждый, кто посвящает что-либо, сарафа шейан, опять слово шейан. Шейан, мы говорили,
в неопределенном состоянии, накера, без всего. Не сказано аль-ашей, а сказано шейан. В неопределенном состоянии, да? В контексте чего? Здесь не запрет. Здесь сказано мансарафа. Кто посвящает, тот. Это называется условное предложение. Правильно? Если то, кто сделает то, это называется что? Шарт, условие. Понятно или нет? Условное предложение. Так вот, слово в неопределенном состоянии не только когда есть запрет или отрицание, но когда условное предложение, вот такое вот. Если кто, то. То стоит в таком условном предложении, в контексте условия, тоже дает что? Значение всеохватности. Мансарафа шейан. Кто посвятит что-то, что-то, поскольку в неопределенном состоянии, в контексте условия, значит что? Любое. Вот хоть что-то из поклонения посвятишь не Аллаху, обратишь не к Аллаху. Это значит, охватывает и много, и мало. Даже чуть-чуть тоже сюда относится. Если человек принесет в жертву не Аллаху Субхана ва Тааля, хотя бы муху маленькую, но не Аллаху, с возвеличиванием, как возвеличивают Бога, принесет жертву не Аллаху Субхана ва Тааля, такой человек становится мушриком. Алиязу билля, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Мушриком, не просто совершившим малый ширк, а мушриком, который совершил великий ширк, неверующим становится, неверующим во Всевышнего Аллаха. Таким образом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывал людей исповедовать все три вида единобожия. Посвятил что-то из поклонения не Аллаху, да упасет нас Аллах, хотя бы один раз и хотя бы немножко, человек становится мушриком, который совершил великий ширк и вышел из религии. И автор, как всегда, если что-то утверждает, то приводит довод. Да? Приводит довод. Там ниже идет довод. Но прежде чем мы прочтем довод, внимательно, обратите внимание. Сейчас мы с вами изучаем что? Мы сейчас с вами изучаем суждение о деяниях. Внимательно. Это называется хукм аляль амаль. Понятно? Мы говорим с вами, посвятил что-то человек из поклонения не Аллаху. Хукм этого деяния что? Куфр, ширк. Человек становится кафиром, мушриком. Это хукм, суждение о чем? О деянии самом. Что же касается, внимательно, суждения уже о конкретных людях, которые совершают вот такие вот действия, это называется хукм аляль-амиль, то здесь обязательно, необходимо, давайте это запомним, необходимо обращаться к ученым. Здесь необходимы такие вещи, как икаматуль-худжа, то есть приведение человеку довода, и правильное приведение довода, потому что не каждый знает. И тот, у кого нет знания, не понимает, что значит привести довод. Знающие люди знают, что означает привести довод. Здесь необходимо приведение доводов, уведомление. Здесь необходимо устранение непонимания. Интифау шубха называется это по-арабски. Устранение шубха. Шубхата. Устранение непонимания. Поэтому в этом вопросе, братья, мы с вами изучаем вот это все не для того, чтобы делать хукм, выносить суждения о людях, которые совершают эти деяния, а для того, чтобы знать суждения об этих самих деяниях и остерегаться их, и предостерегать от них, а не для того, чтобы развешивать ярлыки и выносить суждения такой-то кафир, такой-то мушрик, такой-то вышел из религии и так далее. Ясно или нет? Провести разницу между танзир и татбик. Танзир это что? Танзир изучение чего-то как теории. И татбик применение хукмов в отношении конкретных личностей. Это две разные вещи. Мы это изучаем не для того, чтобы выносить хукмы и суждения о личностях, а для того, чтобы знать и не попасть в это, остерегаться попадания в это и предостерегать людей от попадания в это. Ясно? Поэтому обязательно необходимо обращаться к набожным ученым здесь в этом вопросе. Если они, набожные ученые, уляма раббаниюн, выносят суждение о каком-то человеке, какой-то личности, как о неверующем человеке, что этот человек вышел из ислама, тогда и мы тоже считаем этого человека таковым, что он вышел из ислама. Если они, ученые, воздерживаются от таких суждений, от вынесения суждений, что этот человек вышел из ислама, то и мы тем более должны воздержаться. Как так? Алим молчит, не выносит суждения. Куда ты бежишь? И выносишь суждения.
о неверии этого человека и выходе его из ислама, то это вопрос очень и очень серьезный и очень и очень важный. Каждый человек должен осознавать, как это непросто вывести кого-то из ислама. Обязательно обращаться в суждениях о личностях к уляма, к ученым. Мы с вами, как уже я сказал, изучаем что? Общее суждение о чем? О деяниях. Деяние, что это деяние является куфром, это деяние является ширком. А вот суждение о личности, которая совершает это деяние, здесь наша обязанность обращаться к уляма, раббанин, к набожным ученым. Означает это, что мы вообще должны воздерживаться от отнесения к неверующим кого-либо. А если это те, о ком Аллах Субхану ва Тааля сказал, что они неверующие, здесь мы, конечно, что тоже говорим, что это неверующие. Понятно? То есть Ахли Сунна ва Джама занимает середину. Если о ком-то сказал Аллах Субхану ва Тааля, его посланник, что это неверующие, мы тоже говорим, что неверующие. Или относительно неверия, которого единодушна вся умма, что эти люди, или этот человек, или эта группа, это неверующие. Единодушна вся умма. Мы здесь тоже что? Говорим, нет, нет, мы не будем говорить. Мы остерегаемся такфира. Нет, здесь мы тоже скажем. Хорошо? Конечно же, мы здесь не будем воздерживаться, потому что Аллах Субхану ва Тааля, он, который вынес хукм, или посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он вынес хукм. Хорошо? Или ума единодушна и так далее. Но вот область, внимательно, область, которая связана с обвинением в неверии конкретных лиц из числа тех, кто относит себя к исламу, из числа тех, кто относит себя к ахлюль кибля, то есть к людям кибли, хукм аляль муайян, то есть хукм в отношении конкретного лица, то вот в эту область вторгаться в эту область, это не наше с вами дело. И не возложил на нас Аллах Субхану ва Тааля это. И непонятно, почему сегодня многие люди так озадачены этим вопросом. Вторгаться в эту область – это не наше с вами дело. В этом вопросе обратимся к кому? Обратимся к ученым. Обратимся в этом вопросе к судьям, кады. Если в мусульманских странах суды, в мусульманских странах есть кады, хорошо, судьи, они рассматривают эти вопросы. Они, изучая, выносят подобного рода суждения. Мусульманин этот человек еще, или не мусульманин этот человек, или стал неверующим. Тот или иной конкретный человек. Понятно? Если к нам придет какой-то человек с вами, скажет, я сказал своей жене вот так-то и так-то. Скажи, считается, что она разведена, это развод, или это не развод еще? Часто такие вопросы мы слышим? Да. Вот я жене сказал вот такие слова. Считается это разводом или не считается это разводом? Что мне делать? Что отвечает, как правило, человек? Что вы отвечаете в этом случае, как правило? Вы говорите, Аллаху алям. Аллах Субхану Тааля знает лучше. Обратись, пожалуйста, к человеку знания. Обратись к уляма, хорошо, или к судьям, к ученым. Пусть они скажут, состоялся развод или нет. Если мы с вами не в состоянии выносить решение, когда речь идет о выходе какой-то женщины из-под опеки мужчины, если мы не в состоянии с вами говорить, что женщина вышла из брачных уз, то есть из рамок брака, мы не можем самостоятельно решать вопросы с вами о выходе женщины из брачной связи с мужчиной. Как мы можем решать с вами вопросы, как осмеливаемся мы решать вопросы о выходе человека, о полном его выходе из рамок ислама и имана вообще? Как мы можем подписываться под хукмом, что этот человек лишился рая? Человек перестал быть мусульманином, перестал быть из ахлюль кибля. Мы подписываемся под этим хукмом. Лишился имана и ислам. Поэтому в этом вопросе особенная нужна осторожность, удостоверяться, проявлять предельную осторожность. Аля Сунна ва Джамаа во всех вопросах придерживается вот этой вот срединности и умеренности. Хорошо, аль-васат. Аля Сунна ва Джамаа поступает так во всех вопросах, не допуская ни чрезмерности и не допуская в то же время упущений. Не ифрат и не тафрит. Хорошо, чрезмерность называется по-арабски. Ифрат, упущение, легковесность называется тафрит. Аля Сунна ва Джамаа не допускает ни того, ни этого. Находится посередине. И автор потом приводит довод. Да? Довод на что? На то, что если человек посвятит хоть что-то из видов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, то он становится неверующим, становится многобожником. И он приводит слова Аллаха Субхану ва Тааля из Курана.
Какие слова из суры какой? Из суры Муминун. Из суры верующие. Суры верующие. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ. Тот, кто молится наряду с Аллахом иному Богу, по поводу которого у него нет никакого довода, то расчет с ним у его Господа. Воистину неверующие не преуспеют. Так, кто молится наряду с Аллахом иному Богу? وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِلَٰهًا. В каком состоянии стоит? Определенным, неопределенным? Неопределенным. Накера. Нет «аль-иляха» здесь. «Иляхан». Верно? В каком контексте? وَمَنْ يَدْعُ. Условия. Условия. В контексте условия, если стоит слово в неопределенном состоянии, дает значение чего? Всеобщности. Кому бы то ни было, кому бы то ни было, ты молишься помимо Аллаха, поклоняешься кому-то, кому бы то ни было, помимо Аллаха Субхана ва Та'аля, ля бурхана лаху би, по поводу которого у него нет никакого довода. Кто молится наряду с Аллахом, иному Богу, по поводу которого у него нет никакого довода. Кто-то скажет: а, значит, есть какие-то иные боги, по поводу которых есть довод, им можно молиться. Ну, в аяте сказано, кто взывает или молится наряду с Аллахом, иному Богу, по поводу которого у него нет никакого довода. Есть? Кто-то скажет: а, значит, есть те, по поводу которых есть довод. Если довод есть, значит, можно им поклоняться, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. То есть есть те, по поводу которых есть довод от Аллаха, есть те, по поводу которых нет довода от Аллаха Субхану ва Тааля. Так можно понять? Так может кто-то понять аят? Вот мы скажем: нет, так понимать неправильно. Это особенность арабского языка. Ученые называют эту особенность сифа кашифа. Сифа кашифа. Сифа кашифа. Что это означает? Это означает описание, раскрывающее суть. Это не значит, что есть какие-то боги, помимо Аллаха, на которых есть довод, и можно поклоняться, и боги, помимо Аллаха, на которых нет довода, им нельзя поклоняться. Нет, это просто раскрывает суть, что все боги, помимо Аллаха, все, кому поклоняются помимо Аллаха, их описание, их особенность какая? Что нет довода на поклонение им. Что не может быть какой-то бог помимо Аллаха, чтобы на это у человека, которому поклоняется, был хоть какой-то довод, хоть какой-то ясный, вменяемый аргумент, какое-то доказательство. Нет. Все, чему поклоняются люди, кто бы это ни был, помимо Аллаха, качество его какое? Нет на это довода от Аллаха Субхана ва Тааля. Ясно или нет? Это называется сифа кашифа. Как Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит, что он запрещает преступное посягание, совершенное без права. Вот это вот «Уаль-багья бигейриль хак». Преступное посягание, а что, может преступное посягание по праву быть? Нет. Но вот это «бигейриль хак» без права, это «сифа кашифа». Оно разъясняет суть этого явления, что это преступное посягание, оно что? Чем оно является? Бесправным действием является. Так и здесь. Понятно или нет? Иншаллаху Та'аля, при изучении китабу Таухид, мы с вами разберем, бизнилляхи та'аля, если позволит Аллах, непреложные доводы барахии на несостоятельность поклонения кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля. Итак, доказательством, говорит автор, являются вот эти вот слова. «Вама ядрю на Аллах иляха нахара ля бурхана лаху бихи». А тот, кто взывает наряду с Аллахом или молится наряду с Аллахом иному Богу, по поводу которого нет никакого довода, то расчет с ним у его Господа. А дальше что сказано? «Иннаху ля юфлихуль кафирун». Поистине не преуспеют неверные. Это доказательство на что? То есть, если человек хоть кому-то молится помимо Аллаха, он является кем? Неверующим. Это хукм от кого? Суждение от кого? Решение от кого? От Аллаха Субхана ва Тааля. «Ма йед'у ма Аллах иляха нахара». Кто молится наряду с Аллахом иному Богу, и он не имеет на это довода никакого. Расчет с ним у его Господа, и такой человек является неверующим, который не преуспеет. Это Всевышний, он вынес эту фетву, он вынес это решение, это суждение, этот хукм, а тех, кто молится кому-то, кроме него, посвящает поклонение не ему. Такие люди являются неверующими. А потом уже автор начинает
приводить разные виды поклонения, желая еще и еще раз объяснять нам, что всякое поклонение – это исключительное право Аллаха Субхану ва Тааля. Посвятить его не ему – это ширк. Именно к соблюдению этого права призывали все пророки и посланники. «Обуду Ла» – «Поклоняйтесь Аллаху». И начинает он, посмотрите на список, где перечисляет автор разные поклонения, виды. С чего начинает автор? С дуа. Дуа. Мольба. С такой вещи начинает, как дуа. Внимательно. Дуа делится на два вида. Запоминаем. Дуа делится на два вида. Первое это дуа аль-ибада. Дуа аль-ибада. То есть дуа поклонения. Или мольба поклонения. Мольба в виде поклонения. Ясно? Дуа аль-ибада. Второй вид дуа это дуа аль-мас'аля. Дуа просьба. Мольба в виде просьбы. Запомнили? Дуа аль-ибада, дуа аль-мас'аля. Дуа поклонения. Внимательно. Это мольба. Это мольба. Но языком не слов, а языком состояния. Называется это дуа билисан аль-халь. Билисан аль-халь. То есть своим состоянием человек молится. А дуа просьба, дуа аль-мас'аля, это когда человек своим языком, языком слов, лисан аль-макаль, это называется, билисан аль-макаль, просит Аллах Субхану Тааля о чем-то. Как это? Вот человек соблюдает пост, или совершает намаз, или человек носит короткую одежду, не ниже щиколоток, или человек отпускает бороду, или человек приказывает одобряемое, удерживает от порицаемого, или человек изучает религиозное знание, изучает акиду, таухид. Это ибада, верно? Это ибада, это поклонение. Человек, делая эти виды поклонения своим состоянием словно обращается к Аллаху Субхану ва Тааля, своим состоянием моля Аллаха помиловать его. Своим состоянием моля Аллаха ввести его в рай, спасти его от ада, от мучений могилы. Ясно? Другой человек, мы видим, скверно совершает намаз, пренебрегает установлениями Аллаха Субхану ва Тааля, не выполняет приказы Аллаха Субхану ва Тааля, бреет свою бороду, ослушивается Аллаха Субхану ва Тааля. Такой человек своим состоянием словно бы просит и хочет ада. Хочет ад и не хочет рай. Так это дуа аль-ибада. Хорошо? Дуа поклонения. Когда человек выполняет разные виды поклонения и своим состоянием, что? Просит Аллах Субхану ва Тааля, молит Аллах Субхану ва Тааля о спасении, помиловании и рае. А если человек просит устами Аллах Субхану ва Тааля, словами говорит, у Аллах дай мне рай, избавь меня от ада, у Аллах дай мне пропитание, дай мне резк благой и так далее, дай мне исцеление. Это дуа, но это дуа называется как? Дуа просьба. Дуа аль-мас'аля. Хорошо? И осуществляется посредством чего? Билисан аль-макаль. То есть языком слов. Ясно или нет? Итак, два вида дуа у нас есть. Дуа аль-ибада и дуа аль-мас'аля. Так вот, если человек посвящает дуа аль-ибада внимательно не Аллаху Субхану ва Тааля, а кому-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, то это ширкуль акбар. Это великий ширк. Это большой ширк, выводящий человека из ислама. Намаз человек посвящает не Аллаху, или пост, или жертвоприношение, или хадж кому-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Это ширкуль акбар. Это большой ширк, выводящий человека из ислама. Дуа аль-ибада. Если посвящается не Аллаху, это что? Это великий ширк. Дуа аль-мас'аля теперь. Дуа аль-мас'аля, внимательно, дуа просьба, делится на два вида, в свою очередь. Делится на два вида тоже. Просьба о том, что находится только в возможностях Аллаха Субхана ва Тааля. На что способен только Аллах Субхана ва Тааля. Вот обращаться с подобными просьбами о вещах, на которые способен только Аллах Субхану ва Тааля, не к Аллаху, это ширкуль акбар. Это большой ширк. Например, человек просит у кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, даровать ему ризк. То есть удел ему даровать, достаток даровать. Или
дождь послать, или исцеление, или потомство праведное, многочисленное даровать. С такими просьбами обращается не к Аллаху Субхану ва Тааля. Это что? Ширкуль Акбар. Большой ширк. Почему? Потому что просьба касается вещей, на которые способен только Аллах Субхану ва Тааля. Ясно это? Например, человек просит, самый лучший из людей кто? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, самый любимый раб для Аллаха Субхану ва Тааля. И начинает просить у пророка саллаллаху алейхи ва саллям исцеления, шифа от болезней. Или начинает просить у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы не звел дождь, не спасла ни дождя. Или просит у пророка саллаллаху алейхи ва саллям многочисленное потомство и так далее. Это что? Хукм этого, суждение ислама об этом? Это великое многобожие, это большой ширк. Потому что даровать все это может только Аллах Субхану ва Тааля. Это не входило в возможности пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был жив. Тем более, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. Сейчас человек обращается к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, просит у него такие вещи. Пусть Аллах Субхану ва Тааля наставит тех, кто впал в такое страшное заблуждение. Итак, это дуа уль мас'аля, дуа просьба, мы сказали, делится на два вида, когда речь идет о просьбе о чем-то, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Обращаться с такими дуа просьбами не к Аллаху, это что? Внимательно еще раз, что это? Это ширк. Какой ширк? Важно. Большой ширк, выводящий человека из ислама. И второй вид дуаль мас'аля – просьба о том, что входит в возможности человека. То есть находится в пределах человеческих возможностей. В пределах человеческих возможностей. Вот это дозволяется. Вот такой вид дуа просьба, когда речь идет о чем-то, что в пределах человеческих возможностей, это дозволяется. Но при наличии четырех условий. Четыре условия. Первое условие. Тот, к кому обращаются с просьбой, должен быть живой, не мертвый. Если кто-то обращается к какому-то мертвому праведнику или к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим, это что? Это ширк. Ясно? Так первое, что должен быть живой, исключается, соответственно, кто? Обращение к кому? К умершим, к мертвым. Второе условие. Это должен быть присутствующий человек, а не отсутствующий. Присутствующий. Тот, который тебя слышит. Если ты находишься, например, в Крыму и обращаешься к какому-то праведнику, который в Индии. Не по телефону, а вот просто сидит и обращается. Хорошо, с просьбой. Или в Афганистане праведник какой-то, он к нему обращается. Что мы скажем? Допустимо такое или нет? Допустимо или нет? Нет, недопустимо. Это тоже что? Ширк. Это тоже ширк. Второе условие. Третье условие. Этот человек, к которому обращаются с просьбой, должен быть способен сделать это, а не должен быть бессильным. Исключается кто? В первом случае исключили мертвых, во втором исключили кого? Отсутствующих. В третьем исключаем бессильных. Если лежит парализованный человек, ты подошел к нему и просишь его помочь тебе чего-то перенести там, например. Хорошо. Допустимо это? Недопустимо. Или маленький ребенок какой-то, который ничего не умеет, и к нему обращаются и просят о чем-то таком. Но хукм здесь какой? Скажем ширк? Не скажем ширк, скажем что? Слабоумие. Хорошо, то есть нормальный человек не будет так просить. Слабоумие, но в то же время это может привести и к фитне, которая приведет к ширку. Скажет, ах, раз к этому, который недвижимый лежит, люди приходят и что-то просят, то, наверное, он обладает какими-то супервозможностями и так далее. Хорошо. Поэтому третье что? Должен быть способен тебе это дать, иначе ты не можешь просить его, если он не может этого сделать. Хорошо. И четвертое условие. Тот, к кому ты обращаешься с просьбой, ты должен быть уверен, уметь убеждение, что этот человек всего лишь причина, всего лишь сабаб, что в его руках нет власти над пользой и вредом, что он может сделать лишь то, на что будет дозволение Аллаха Субхана ва Тааля. Он будет действовать, принесет тебе пользу только в том случае, если того пожелает Аллах Субхана ва Тааля. Недопустимо считать, что кому обращается с просьбой, он имеет какую-то самостоятельную власть во Вселенной, распоряжение во Вселенной, что в его руках владение вредом и пользой, получение пользы, отвращение от вреда и так далее. Это что? Четвертое условие. Понятны эти условия? Итак, разновидности дуа понятны. Да? В своем отношении теперь к причинам. Мы сказали четвертое условие дуа просьбы, когда это
возможно. Да, мы сказали, если в пределах человеческих возможностей, потом сказали четыре условия. Там есть, сказали, а последнее условие, человек должен иметь убеждение, что тот, кому он обращается с просьбой, это всего лишь что? Причина, которая поможет, если Аллах субхана ва тааля захочет. Привязываться к нему сердцем нельзя. Да? Вот вообще люди в своем отношении к причинам делятся на три группы. Внимательно. Делятся на три группы. Или, иначе говоря, можно сказать, что отношение к причинам делится на три вида. Первое – это правильное отношение к причинам. Правильное отношение к причинам. Это присуще Ахлю Сунна валь Джамаа, пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает нас из них и укрепит нас на этом пути. Это когда человек считает причиной то, что сделал причиной Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Шариатской причиной или физической причиной. Хорошо? Итак, что это правильное отношение к причинам? Когда человек считает причиной то, что сделал причиной Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Вот так относится к причинам первая группа. Ахля Сунна валь Джамаа. Аллах по своей мудрости, по своей милости установил в мироздании причинно-следственные связи. Разные причины. То есть у вещи бывает причина. Так Аллах сделал. Наличие причин и их следствий. Хорошо? По воле Аллаха Субхана ва Тааля причины оказывают какое-то воздействие. По воле Аллаха Субхана ва Тааля. И причины делятся на два вида. Причины шариатские и причины физические, бытийные. Причины шариатские, религиозные. Рукья, например. Человек заболел и читает рукья. Рукья что это? Заклинание на основе Курана, из Курана и Сунны. Да? Заболел человек, заболел живот, положил руку на живот, читает, например, Сур-Фатиха. Причина? Причина какая? Шариатская, религиозная причина. Установленная Аллахом? Да. Поэтому мы ее считаем причиной. Мы считаем причиной то, что Аллах сделал причиной. Ясно? Заболел живот у человека. Опять тот же пример. Пошел к врачу. Пришел к врачу, врач прописал ему лекарство. Купил лекарство, сказал бисмилля, Аллах сделает исцеление для меня в этом лекарстве. Выпил лекарство. Боль прошла в животе, альхамдулилля. Это причина? Причина. Причина какая? Физическая причина. Физическая причина установлена Аллахом Субхана ва Тааля, подтвержденная опытом человечества, наукой, исследованиями и так далее. Хорошо? Установлена Аллахом Субхана ва Тааля физическая причина. Так вот, когда ты считаешь причинами религиозными или бытийными то, что Аллах Субхана ва Тааля сделал причиной, вот это и есть правильное отношение к причинам. Или человек заварил какие-то травы, например, пьет, еще чего-то. Так, первое, что это правильное отношение. Правильное отношение. Второе отношение неправильное. И оно является малым ширком. Аш-ширк аль-асгар. Малым ширком, аш-ширк-аль-асгар. Это что? Это когда человек считает причинами что-то, что Аллах Субхана ва Тааля не сделал причиной ни шариатской, ни физической. Хорошо? Считает причиной то, что Аллах Субхана ва Тааля не сделал причиной. Например, человек носит амулеты. Аллах сделал амулеты причиной защиты от сглаза? Нет, ни физической, ни шариатской. Или человек носит какие-то раковины на себе. Или человек какие-то веревочки завязывает себе на руки, или там на пальцы, или еще куда-то. Или вешает над воротами какой-то бычий череп. Или бараний там череп, или козьи рога, или еще чего-то. Или волчий глаз бывает там в арабских странах. Волчий глаз какой-то высушенный, еще чего-то. Или подкову. Или старую обувь кто-то вешает. Или шину от автомобиля кто-то вешает. Колесо там какое-то. Или тряпки какие-то вешает человек. Или верблюжьи колючки вешают, устанавливают там. Или какие-то надписи пишут на стенах. Или на машине какие-то надписи. Там, иногда в арабских странах бывает «Айн аль-хасуд», «Ля-тасуд». Такие, то есть завистливый глаз не принесет вреда, чего-нибудь такое, хорошо. Ну, у нас тоже какие-то, может быть, свои здесь есть пословицы и поговорки. Что-нибудь такое пишет. Ну, или, конечно, как тут не упомянуть, стеклянные глазки, которые в таком обилии сейчас привозят из Турции, да упасет Аллах Субхана ва Тааля.
Вот человек всем этим пользуется и считает, что это причина, да, говорит, это причина, это вот и от джиннов помогает, и от сглаза помогает, и от того, и от всего помогает. Что мы скажем? Этот человек считает причиной то, что Аллах, субхана ва тааля, не сделал причиной, не шариатской, не физической или бытийной. Сюда же Аллаху тааля относятся вот эти вот браслеты, которые носят люди от ревматизма. Говорит шейх Усамин, рахмаллаху тааля, у него есть фетва по этому вопросу, когда спрашивают отношения браслетов металлических от ревматизма и так далее. Шейх говорит, Аллаху тааля, все это из области чего? Аугам. Аугам, то есть иллюзий каких-то, самовнушений. То есть это не причина на самом деле. Аллах не сделал это причиной. Если это не причина, то, соответственно, мы не должны это делать, это будет малый щек. Ясно? Ясно. Третье отношение к причинам, когда это большой ширк уже. Тоже неправильно, но еще страшнее. Большой ширк – это когда человек считает, что причина какая-то, она имеет вообще самостоятельное влияние во Вселенной, оказывает самостоятельно какое-то влияние, то есть способна как-то эта причина скрытно распоряжаться в мироздании, во Вселенной. Она владеет дарованием пользы или отвращением вреда от человека. Например, человек считает, что вот этот вот стеклянный глазок, так называемый, что это не просто причина, что это сам глазок, это он имеет какую-то власть, скрытое влияние во Вселенной и защищает вот так вот людей, или что это бычья голова, она как-то сама по себе имеет власть в мироздании, прогоняет джиннов. Вот это уже будет что? Это будет великое многобожие, когда он считает причину не просто как причина, установленная Аллахом, да, как он думает неправильно, а что это вообще причина, которая имеет самостоятельное влияние, самостоятельное распоряжение Вселенной. Это многобожие, которое выводит человека из религии. Понятно? Вот это то, что касается дуа. Иншаллаху тааля, мы продолжим с вами разбирать те виды поклонения, которые упомянул шейх, автор книги, рахималлаху тааля, с некоторыми подробностями. То, что мы изучили сегодня, иншаллаху тааля, я надеюсь, будет вами изучено наилучшим образом, дома подготовлено. И, пожалуйста, не ленитесь учить наизусть. Учите наизусть доводы, учите наизусть текст этой книги. Потому что, как мы говорили, каждый, кто знает наизусть, тот имам. И как шейх Усамин говорил, все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть. Не ленитесь учить наизусть, особенно пока вы молодые. Ну, и те, кто не молод, это тоже касается. Джазакум Аллах хайра, Аллах субхана ва тааля пусть поможет во всем благом. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.